на Алексееву как очень жесткого тренера. Но при этом все разжевывает. Ох! А вот разжевать этот эпизод ему не удалось. Кажется, вот из ниоткуда все шайбы в сегодняшней встрече, да, возникает. Сейчас Иван Демидов оказался один. Никто его не накрыл. Пас направо. И снова не было офсайда. Мягкий пас на пятак и бросок с близкой дистанции. Еще одна шайба побывала в воротах команды Академии Михайлова. Матвей Мацкевич защищает ворота тульской команды. Осипов отборолся, сыграл на партнера. Хороший момент, и гол. И 1-0. Великолепная работа руками. Смотри, один на троих ушел, всех троих оставил ни с чем. Иван Демидов. И гол имени его, скажем так. Выход 2 в 0 получается у армейцев. Коромыслов налево. Сам же открывается, получает ответная передача. И 5-2. Романов. Дубль оформляет. Нет, Нерманов, Демидов. Ой, какой хороший момент у СКА. И сразу же статус-кво восстанавливается у нас. Иван Демидов. Ну, как здорово показал плечами. Демидов. Осипов. Доставил шайбу в зону, бросок с неудобной, и в итоге шайба в воротах оказывается. Ну, как-то туда продавил ее Демидов, сумел под Королевым найти лазейку и шайбу отправился. Хорошая атака гостей получилась.